Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу в эфире. У студии працует Наталья Игнатенко. Витаю вас, глядите у гэтым выпуску. Сёлета у Беларуси изменяются правила приема во установы высшей и средней специальной адукации. На Гомельщине протягивается акция БРСМ, накированная на ликвидацию наступства снежного циклону «Аксель». У библиотеки имя Герцена отбылась презентация выставы живопису Натальи Чеботаровой. И больше подробязно об гэтым и не только. Гомельский цирк удостоены специальной премии президента Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ об присуждении премии за духовное одраджение и спецпремии дзечам культуры и мастацтва. Улику уладальников узнагороды и коллектив Гомельского цирка. Установа культуры значена за значный уклад в развитие и популяризацию циркового мастацтва, умацывание международного культурного супрацовництва, подрыхтовку высокопрофессийных программ и проведение доброчинных представлений. Сёлета у Беларуси изменяются правила приема во установы высшей и средней специальной адукации. Такая мера накирована на повышение якости отбору абитуриентов. Сярод основных нововведений – магчимость сдачи централизованного тестирования по 4 предметах, поширение термину деяния сертификатов ЦТ до 2 годов, организация до 3 резервовых дён для сдачи централизованного тестирования. Для тех, кто поступает в скороченный термин, предугледжены 2 уступные испыты по дисциплинах в учебного плана средней специальной адукации, которые вызначаются приемной комиссией ВНУ. Так само уводятся и льготы для вучнев профильных классов, педагогичных накерунков при поступлении на 5 специальностей. При этом термин наступной обовязковой працы складение меньше, как 5 годов. В Гомельской области открыты большое количество педагогических классов или педагогических групп в педагогических классах. Это коснется нашего университета. Абитуриенты, которые в течение 2 лет проходили подготовку в этих классах, они будут иметь возможность, естественно, если они хорошо учились в школе по соответствующим предметам, они могут поступать на педагогические специальности по собеседованию. Аўтаномны пажарны апавяшчальнік выратаваў жыццё мужчыне ў Петрыкаўскім раёне. Паведамленне аб пажары ў жылым доме паступіла да выратавальнікаў сёння ноччу. Калі супрацоўнікі МНС прыбылі на месца здарэння, дом быў поўнасцю ахоплены агнём, дах разбураны, да таго ж існавала пагроза пажару для суседзяў. Аднак галоўная адсутнасць пацярпелых. Мужчына, які знаходзіўся ў доме ў момант узгарання, прачнуўся, калі пачуў гук аўтаномнага пажарнага апавяшчальніка, пасля чаго адразу выбег на улицу. Протягивается волонтерская тимуровская акция, накированная на ликвидацию наступствов снежного циклона «Аксель». У ее задейничано больше как 300 активистов громадских организаций. Волонтеры руху БРСМ «Доброе сердце» и пионеры-тимуровцы помогают пожилым людям и социальным установам расчистить снег на дворовых территориях. Больше как 100 человек отримали допомогу волонтеров. 20 зворотов поступило на горячую линию. У каждом районе организованы оперативные штабы. Люди, которые не сдольны самостоятельно очистить снег на своей территории, могут звертаться у районной организации БРСМ с 8:30 до 17:30. Волонтеры примут заявку и домовятся об часе оказания допомоги. У Гомельской области назирается низкий уровень захворывания на грипп и острые респираторные инфекции. Показчики остаются нижейшими за пороговые значения. Вирус боится морозов и неохотно распаўсюджваецца там, где люди памятают об правилах особистой гигиены. Про агульную ситуацию на Гомельщине и умовах попереджвания сезонных хвороб наш наступный материал. Зараз у целом у регионе узровень интенсивности захворываний на грипп и острые респираторные инфекции значно нижейший за контрольные узровни. Такую информацию огучивают эпидемиологи. Сезонный уздым прогнозуется на проканце студеня початку лютого. А это значит, праз 2-3 тыдни рызыка злегчу ложек дней на 10 узрастая в некалькі разов. Пакуль же специалисты мониторят циркуляцию гриппу и респираторных инфекций. Это дае махчимость назирать, як меняется структура вирусов и як яны перемещаются. Конечно, заболеваемость ОРВИ, она представлена и аденовирусной инфекцией, и респираторно-синициальным вирусом, и парагриппом. И, скажем так, каждый из этих вирусов может дать заболеваемость. Для каждого человека все индивидуально. Мы осуществляем забор клинического материала от больных с ОРВИ, исследуем в нашей вирусологической лаборатории, и часть клинического материала отправляем для проведения исследований в Национальный центр по гриппу.
Гэтай зімой циркулююць тыя ж вірусы, што і ў мінулым годзе. А гэта значыць, нейкіх нечаканасцяў быць не павінна. Разам з тым, спецыялісты ў сферы аховы здароўя называюць вакцынацыю самым надзейным спосабам засцерагчыся ад сезоны эпідэміі. Як правіла, устойлівы імунітэт з'яўляецца праз месяц пасля прышчэпкі. І калі пачатак сезоннага ўздуму захворванняў чакаецца менш, чым праз 4 тыдні, рабіць прышчэпку ўжо позна. Урачы нагадваюць пра меры прафілактыкі і раяць усімі магчымымі спосабамі ўмацоўваць імунітэт. Мы выйшлі на вуліцы Гомеля, каб спытаць у гамяльчан, ці ўспамінаць яны пра меры прафілактыкі і чым карыстаюцца. Я раньше вот недавно только перестала, ходила купаться зимой. Я занималась, ржеванием занималась, не сильно, но так ходила. Мне нравилось. Ну, на крещение обязательно купаюсь. А так, травки пью. Ну, чеснок, лук, такое есть, чтобы это, Ну вы так вот идете, душа на распашку. Вам, наверное, не холодно, вы точно закаляетесь. Закаляюсь, да. Моржуюсь. Да, был утром. В криничку бегал, окунулся. Я греблей занимаюсь. Вон, на воду ходим, холодно. Оно как бы потом уже привыкаешь и не болеешь в такую погоду. Оксалиновую мазь, наверное, мажу иногда. И то не всегда. Но вообще я не болею. Родилась в Мурманске, да. В Сибири, в этом, на севере. Поэтому не знаю. Ничем не лечусь вообще никак. Но аспирин, может, выпью. Ну вот лично мои секреты, да, конечно. Когда мы сталкиваемся с вирусом, я ношу маску. Это бесспорно. Вот, и как бы своим молодежи всем говорю об этом. Но вообще есть, конечно, и медицинские компоненты какие-то. Вот я анафероном лично пользуюсь на начальной стадии всегда. Вот мне очень нравится. Ну, народное средство, естественно, опять же. Подмацовывать иммунитет только народными сродками недостатково. Існуе множество альтернативных и при гэтым простых способов. Каб заховать здоровье у зимовый период, пожадано уживать богатую витаминами ежу, добро высыпаться не меньше, як 7 годин у сутки и каждый день гулять на свежем поветры. А калі все ж таки вы закашляли и зауважили іншыя сімптомы хваробы, вспомните о правилах этикету. Маски можно одевать как здоровым, так и больным. Нельзя чихать и кашлять в общественном транспорте в открытом виде. Нужно обязательно прикрывать рот и нос носовым платком. Обязательно мыть руки после посещения общественных мест и после того, если вы пользуетесь общественным транспортом. Потому что руки являются фактором передачи, через них можна заразіцца і заразіць сваіх членаў сям'і. Наталія Ігнатенка, Вікторія Шумак, Яўген Макеенка, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія Гомель. Гамельчане змогуць паўдзельнічаць у веб-марафоне «Пушкін без межаў». Арганізатары творчага конкурсу – Псковская і Гомельская абласныя бібліятэкі. Усе жадаючыя змогуць прадставіць свой вобраз Пушкіна праз вершы, эсэ і нарысы на тэму бессмяротнасці пушкінскай спадчыны. Праект стартуе сёння і працягнецца да 6 чэрвеня. Больш падрабязную інфармацыю пра веб-марафон «Пушкін без межаў» можна атрымаць на сайце Гомельскай абласной бібліятэкі альбо ў афіцыйных групах установы у сетках. Проект «Живы автограф» протягивая знакомить гамельчан с талентами нашего города. На гэты раз у библиотеки имя Герцена отбылася презентация выставы живопису Натальи Чеботаровой «Пырски, святла и тепла». Наталья Чеботарова народилась у Гомелі, скончила гомельский филиал Минского мастацкого училища по специальности живопис. Теперь она працуе у средней школе номер 30 Гомеля и примая активный удел у выставах. Картины Натальи находятся у приватных коллекциях у России и краинах Европы. На выставе представлено 20 работ у техники олейного живопису. Особливость работ автора – выкористание такого приема, как дриппинг. Дриппинг – от английского слова «брызгать». Этот метод был отличительной чертой техники жеста. То есть через брызги человек показывает свои чувства, свое отношение. Несмотря на то, что абстракция, и можно подумать, что это просто брызги на холсте, все равно они несут эмоциональный заряд автора. Вы глядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працавала Наталья Ігнатенка. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч в эфире.